Привет, друзья! С вами рецепты настоящей еды. И сегодня мы готовим очень эффектную закуску на чипсах. Она прекрасно подойдет к любому праздничному столу. И, конечно, начинаем мы с чипсов. Чипсы берем типа Pringles, потому что нам нужна крепкая и ровная основа для закуски. Закуска не должна быть сухой, поэтому сделаем начинку. Возьмем 4 отварных яйца и натрем их на мелкой терке. К яйцам необходимо добавить сыр. Также натрем его на мелкой терке. Чеснок необходимо измельчить. А теперь сыр, чеснок, яйца и майонез смешиваем. Получается сырный чесночный салат, который в народе, как вы знаете, называется еврейской закуской. Эта смесь ингредиентов испытана временем и всегда уходит на ура. Нужны будут помидоры, и лучше их взять не крупные, а крепкие. Режем помидоры на дольки. На шпротах не стоит экономить, потому что чем лучше будет рыба, тем эффектнее и красивее будет выглядеть закуска. Сверху положим по одной рыбке. И рядом кладем дольку помидора. Давайте пробовать закуску. В этой простой закуске собрано много вкусов. И свежесть помидор, и пикантный вкус сырного чесночного салата, и копченый вкус рыбы. Если вам понравилась эта закуска, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока!